Ребята, всем привет! Сейчас я нахожусь в торговом центре в городе Стамбул, в Турции, и мы приехали в магазин De Facto. Это турецкий бренд, который продается на AliExpress. Мы снимаем с Кариной челлендж, поэтому, ну, вы ее тоже увидите сегодня, она там за кадром стоит. В общем, видео такое. Карина подбирает мне три лука. Один, который в моем стиле, который в ее стиле и который не в наших стилях. И потом, когда я их померю, я не буду их видеть, конечно же, пока она подбирает. И когда я их померю, я должна буду потом распределить, какой лук она выбирала для моего стиля, какой для своего, и какой, который не по нашим стилям. И если мне что-то понравится, я это сегодня куплю. Но если не понравится, такой может быть. Потому что не знаю, что там Карина мне подберет, то я пойду сама гулять по магазину, выбирать себе вещи, которые понравятся мне и будут в моем стиле. В общем, не терпится начать. У Карины на канале тоже такое видео, только там я подбираю для нее луки в таком же порядке. Боюсь, не знаю, что Карина подберет для меня. Она не знает все мои размеры, поэтому может что-то подойдет. Мы можем советоваться по размерам? Нет, так интересней. Пойдемте, мои хорошие. Мне кажется, за столько лет дружбы я уже успела миллион раз изучить Юлин стиль. Ничей стиль. Вот эти цвета, тона, это прям точно 100% ее стиль. Я знаю, что Юля давно видела у меня сумку прозрачную, она хотела такую. Поэтому я ей сделаю вот, выбор мой. Не знаю, почему начинаю делать аутфит сумки, но ладно. Как вы думаете, для каких целей я это возьму? Я думаю, что Юля не очень любит леопард. Я тоже, поэтому эту вещичку я возьму для аутфита, который не для наших стилей. А вот это я и возьму для ее стиля. И вот с этой сумкой, мне кажется, будет хорошо. Она мне говорила, что она сейчас очень любит водолазки. И вот эта кофточка даже есть. Она похожа на водолазку, но я пока что поищу что-то более похожее на водолазки. А потом, если нет, то я вернусь к этому. Вот это в ее стиле. Не уверена, но цвет ей точно понравится. Подойдет ли это с этим? Думаю, да. Хоть она не совсем любитель делового стиля, но в последнее время ей начали нравиться пиджаки, поэтому я оставлю это пальто. Ну, на нынче сюда нет. Слишком будет, наверное, очевидно, для чего я это взяла. Так что оставим все-таки леопард. Я бы могла сказать, что это мой стиль. И я так и скажу. Теперь надо к моему образу подобрать джинсы, наверное, черного цвета, потому что они меня худят. Юля сказала, что не скажет, какой у нее размер, но я думаю, что у нее 36-й. Потому что у меня где-то 38-й. Джинсы черные обычные. Теперь я собираюсь ей подать. О! Он сам упал в мои глаза роскошные. Ну вот посмотрите. 36-й юбочка, вот с этой сумочкой. Блин, захотелось работать с этим дизайнером, Зиглером. Блин, мне очень нравятся эти цвета, я безумно рада, что дофига их сейчас стало в магазинах вообще любых. Ай, хорошие, я вообще такой модник, сейчас Юлечке все подберу в лучших традициях, она будет мне пяточки целовать. Ну не, это, наверное, больше ее или мой стиль, поэтому мне нужно найти верхнюю одежду не ее стиля. Пойдет, мой хороший. Там в галтере вам такое нельзя видеть.
подходящий цвет, мои хорошие. Сделаем из Юлечки марняшку. Сейчас мне нужно разложить на все вешалки все так, как по лукам, чтобы она не забудался. Что ты там, уже себе шмотки выбираешь? Думаешь, я тебе плохие выбрала, да? Ну нет, да пойдем. Все? Да. Собрал? Да. Если вы думаете, кто нас снимает, тут огромнейшая команда. Вы видели как бы влоги и видели, сколько людей с нами. Мы просим их, чтобы, ну, интрижка была. Мой братуха, есть три вешалки, три лука. Ты должна каждый мерить и говорить свое мнение. Мой. Пока не буду комментировать, но уже есть что сказать. Начну вот с этого. Уж больно тут водолазка интересная. Ну давай. Что, иди. Пойду Юлечке обувь посмотрю. Там есть один лук, он требует каблучки. Уги. У нее 38 размер, одни будут уги. Каблучки мы не нашли, мои хорошие, но нашли уги. Слушай, я тебе еще уги взяла, можешь уги надеть? Это ко всем трем лукам подойдет. Слушай, мне нравится, правда, клянусь. Я тебе клянусь, что ты так смотришь на меня? Ребят, это не потому, что это реклама. Ну блин, это прикольно, юбка тебе идет, сочетание она дает очень красивое с этой, типа, ну не знаю, кожанкой теплой. Что? В принципе, даже это для меня очевидно, что этот лук конкретно ты взял не по моему, не по твоему стилю. Я так никогда бы не пошла. Ну, типа, юбка. Чего ты взяла, что это не мой стиль? Длинная юбка. Если бы ты так сказала, я, наверное, с тобой не общалась. Ну, для меня это странно, максимально странно. Вот это сюда вообще никак не подходит. Это с джинсами еще было бы норм. Юбка. За ту же юбку, худышка. Такие юбки я вообще никогда в жизни не ношу, потому что они мне не нравятся. Они ты вообще длинные ничего не носишь, кроме брюк. Нет, неправда. Но такие юбки не идут мне. Я в них, ну, как бы не очень. А пройди дефиле. С угами я не могу уги склеивать. Будешь как модели ходить. Тут видите веревка? Да. Что, еще один снят? А, это тоже. Давай, дефиле. Опусти. Вах, вах. А теперь покажи кофточку, вот так расправь. Нравится. Куртка, кстати, ну, прикольная. Это куртка крутая, вообще к ней ноль вопросов. На самом деле... Джинсами вообще бомб. Вот даже, знаешь, вот эта фигня, когда я увидела, она меня очень заинтересовала, потому что я бы могла носить такие вещи с такой расцветкой. Хотя у меня, блин, мне кажется, одна есть водолазка, кстати, такая. Леопард. Но, понятное дело, с джинсами, с черными, это было бы очень круто. И юбка мне очень велика. Ну, извините, ты мне не сказала свой размер, хотя это эска. Толстей ли? А ну-ка, если не заправлять. Да ну тебя, офигенно. Да ты гонишь. Да реально, блин, без шуток вообще. Ну, я тебе не говорю, иди так гулять. Мне вообще не... Ну, для фотосессии вообще супер. Сейчас я тебя сфотаю. Нет, это да ну, мне нравится. Было. Ну ладно, я тебе не говорю, покупай это. Но ты права вообще-то. Это я брала, потому что это не наш стиль. Ну, конечно, потому что я не люблю леопард. Ой, ой. Будь. Я сегодня заболела. А расстегнись. Мне очень нравятся эти штаны на тебе. Мне нравятся лосины. Пальто я не ношу. Зря, тебе идет. Водолазку с лосинами тоже никогда не ношу. Ну, типа, блин, не знаю. Лосины нравятся, цвет нравится, классный. Прямо думаю, может, даже куплю. Ух ты. Да. Сумка. Блин, почему-то, ребята, напишите ей в комментариях, что ей идут пальто. Мне очень неудобно. Какая разница, нет? Я сила, но я люблю, когда большая теплая куртка, нежели вот так вот. Лоси, листочки. Застегнись еще раз. Блин, пальто кайф, ребята. $3 скидка. Алиэкспресс. Как будто бы мой стиль, знаешь. Но
ты не носишь пальто, а я тебе взяла пальто, а я ношу пальто. Ну, ты пальто носишь постоянно, но я не фанат пальто. Я не знаю, мне нужно померить еще один лук, чтобы понять. А, ну да. Давай, так вообще ты надо в конце все выдавать. Да, просто там было очевидно, а тут не так очевидно, я еще не мерила тот лук. Но здесь лосина кайф. Для меня лосина вот эти просто. Очень красиво выглядит. Сумка, другую я бы себе не купила. Я хотела прозрачную, как у тебя была, но она другая совсем. Ну да, она более летняя. Да, и в принципе прозрачные, в принципе сумки вот такие я сейчас не ношу, но это выглядит прикольно. О, водолазка кайф. Вах, 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 вах. Класс, нравится. Давай следующий. Давай. Ох, девчонки, мальчишки, пока Юлька переодевает последний свой лук, я должна вам кое-что сказать. У вас есть 3-долларовая скидка на AliExpress на бренд De Facto. Вы можете пойти там, например, померить в Москве, если кто-то живет, одежду, но из-за скидочки маленькой, но приятной, согласитесь. Вы можете купить это на AliExpress, будет эта скидка, плюс из всех тех, кто купит по промокоду, который вот здесь сейчас будет написан, Юлечка, встав в монтаже. Среди тех покупателей, кто что-то купит по этому промокоду, будет разыграны подарки, призы. Если вы выиграете, то вам еще что-то добавок придет. Это прикольно. Вот, мы на самом деле очень удивились, что в Москве есть этот бренд. Бренд турецкий, продается еще и на AliExpress, и еще его можно встретить в Москве. То, что мы увидели, я когда ходила, выбирала, я как бы сразу увидела, что я для себя бы взяла. Потому что здесь я что-то собираюсь купить 100%. Нравится тоже. Пальто кайф. Мне нравится. Чё скажешь? Не знаю. Всё. Ремень не держится. Ну да, так как нужно снять эту штуку, мы не можем. Опять же, такие пальто я не люблю. Но это пальто мне нравится больше предыдущего. Потому что предыдущее слишком, ну, простое пальто. Вы все знаете, какое пальто. А этот мне нравится, потому что он такой клеенчатый какой-то. Осенний. Ну да, очень. Это тоже осенний. Шапки, черт возьми. Ну как я могу прокомментировать этот лук? Ребят, а вы как думаете? Ну мне нравится и то, если честно. У нас с тобой почти похожий стиль. Нет, не факт, вообще нет. Судя по вот этой кофте, ну сейчас я такие вещи не ношу. Наверное, вот эти волосатки меня смущают. Ничего, молчу. Вот эти волосатки. Мне понравились джинсы. Они мне даже подошли, но они, кстати, оказались даже мне велики. Ну, видимо, у тебя 34. Да, но, кстати, джинсы мне нужны, поэтому я посмотрю, может быть, я даже такие куплю себе только 34 размер, потому что у меня джинсов вообще практически нет, а эти мне нравятся качеством, даже прикольные такие. Классные такие, типа, тянутся тоже, как я люблю. Сумка ничего такая, в принципе. Цвет приятный. Я модельер, девчонки. Короче, вот из-за этих волосаток, из-за такого длинного фасона, то, что я не люблю, и вот то, что ты с ремнем придумала, так только ты обычно ходишь. Я делаю выводы, что это твое. Все-таки там были лосины кайфовые и водолазки, которые я в последнее время ношу. Хоть так бы я и не надела водолазку с лосинами. Но то больше похоже на мой стиль, чем это. Ну да, это была моя задея. Слушай, я если честно, по поводу пальта, не знаю, почему взяла пальто, я подумала, тебе идет такой деловой стиль, мне поэтому... Мне постоянно все хотят одеть в деловую одежду. Можно мне побыть ребенком, пожалуйста? Ну, извини, я не знаю. Да? Но первый лук был очевидно. Ну да, извини. Просто вот эта юбка выдала все. Не терпится подобрать тебе. Слушай, я хочу это пальто. Реально? Да. Ты прошла этот челлендж, я говорю тебе, молодец. Выиграл, 3 из 3. Посмотрим, что... Посмотрим, угадаешь ли ты. Угу. Ах, мой хороший, последний вопрос задаю тебе. Решила ли, что-то будешь брать из того, что я тебе подобрала, или все будешь выбирать свое? Ну, тут не совсем размеры совпадают. Ну да, я, ну, с твоими размерами. Поэтому, скорее всего, просто сейчас это все отдадим девочкам, которые стоят в раздевалке. А потом просто я подойду и посмотрю то же самое, только другого размера. А что именно? Мне лосины понравились. И джинсы? И джинсы. Но я не уверена, что именно черные я возьму.
Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось наше с Кариной такое видео. У нее, кстати, тоже есть такое видео на канале, обязательно посмотрите. Также хотелось бы рассказать вам, что мы вместе с DeFacto устраиваем конкурс. Будет 10 победителей и для каждого победителя $20 приз на покупки в магазине DeFacto. Вам всего лишь нужно поставить лайк этому видео, оставить как можно больше классных комментариев, и с вами обязательно свяжутся и подарят вам купон на $20 в магазине DeFacto. Надеюсь, что вы будете участвовать, потому что $20 это очень неплохой приз. Ребята, спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что оно было интересным. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. И, кстати, напишите в комментариях, какой лук вам понравился больше всего. Мне будет интересно почитать. Всех люблю, целую, обнимаю и всем пока.